Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Ну что ж, друзья, пора продолжать наше приключение в игрушке под названием Escape Digger 3D. Как вы помните, остановились мы вот на таком эскалаторе, который очень даже хорошо добывает вот эти камешки. Ну и что же, давайте тогда, конечно же, будем проходить уровень номер 12. Видим то, что у нас опять-таки сначала наши чувачки имеются здесь, мы 4 штучки уже добыли и о-о-о, друзья, вот сейчас начали на нас нападать опять-таки вот тут эти непонятненькие красненькие противники. Ладно, хорошо, пока что мы очень даже опять-таки с ними хорошо справляемся, поэтому я особо не переживаю и аккуратненько, конечно же, дроблю вот вот эти кубики. Видим то, что наше войско взяло вот такие огнеметы и очень даже хорошо справляется с обороной вот этого вертолета. Начинаем, конечно же, его чинить и, естественно, улетать. Вот так мы взяли и спокойненько прошли уровень номер 12. И, кстати, мы вместе с вами открыли какой-то ротатор на 40%. Я думаю, что в скором времени, еще, наверное, уровня 2, и мы уже полностью его сможем увидеть. Ну, а пока что на 13 уровне я, конечно же, прокачаю еще одного солдата. Видим то, что, друзья, смотрите, он у нас не добавился новенький, а прокачался старенький, и выглядит он реально очень даже круто. Ну и что же, давайте тогда, конечно же, затестим его в действии. У него сразу же, друзья, имеется дробовик, и это очень хорошее преимущество, потому что с помощью него, я думаю, мы будем намного лучше, конечно же, отбиваться от наших противников. Ну а также видим то, что у нас еще имеется мини-босс такой со 100 хп-щиками, ну и еще один вот такой прикольный огнеметчик. Слушайте, мы только вроде начали проходить этот уровень, а уже имеем очень даже хорошее войско. Сейчас тогда приумножим его еще, естественно, на 2, давай-давай до конца, и в принципе видим то, что у нас реально очень даже хорошее успешное войско. И воу, вот это да, вы это видите? У нас, кажется, добавилось новое оружие, и это вот такая снайперская винтовка. Давайте тогда сейчас мы, конечно же, до нее быстрее доберемся, и видим то, что наши чувачки на самом деле очень даже неплохо отстреливаются благодаря этому оружию. Ну ладно, хорошо, остается добурить до конца вот эти фиолетовые камешки, и, конечно же, опять-таки чинить вертолет, чтобы мы уже, естественно, отсюда ушли. В итоге все, замечательно. 13 уровень пройден на 3 звезды, и наша вот эта штучка разблокирована на 60%. Следующее, наверное, друзья, что я прокачаю, это будет, конечно же, сила нашей машины. Надеюсь, она будет еще быстрее добывать наши камешки. Ну и видим то, что нас сразу встречает, друзья, вот такое войско в 20 человек. На самом деле выглядит очень даже круто, но вот, друзья, незадача. На нас нападает босс, и он на самом деле очень даже быстро к нам подбирается. Надеюсь на то, что он, друзья, нас вообще никогда не достигнет. Видим то, что у нас имеется мини-босс в виде нашего чувачка, но он уже, друзья, погиб. И это вообще какая-то беда полная. Ну-ка, давай-давай, быстрее. Нам надо срочно, друзья, отсюда уезжать, потому что босс очень близко, друзья, к нам, естественно, подбирается. Благо то, что у нас здесь еще имеются вот такие прикольные подарочки, и они, ну, в принципе, более-менее нам, друзья, помогают. Осталось, конечно же, взять еще вот, вот это войско финальное, ну и, конечно же, друзья, уходить непосредственно на наш вертолет. Благо то, что тут у нас, смотрите, друзья, какие пулеметчики имеются, очень даже неплохо, и в итоге давай-давай-давай, успеем! Капец, друзья, мы вроде бы выиграли этот уровень, но при этом не улетели. Как-то двояко получилось, но в принципе, хорошо то, что мы его прошли, и этого босса больше не будет. На самом деле он реально очень-очень даже жесткий и немножечко меня пугает. Ну ладно, мы в принципе, ребятоньки, приступаем уже к 15 уровню. Сразу же у меня имеется 3 таких богатыря, очень даже хорошо, и видим то, что спереди нас одни фиолетовые кубики. Это будет, друзья, очень даже жестко и долго, но я думаю, мы справимся с этой незадачей. И, конечно же, пробурим до конца наш путь. Вот как раз, смотрите, мы последний только что развалили, и в итоге непосредственно начинаем бежать к нашему вертолету и уже его чинить. Видим то, что на нас нападают опять-таки новые вот эти бойцы с щитами, но хорошо то, что они очень и очень даже медленные и не успели, конечно же, до нас дойти. И в итоге поздравляю, друзья, у нас открылся новый ротейтер. Не знаю, конечно, что это такое, но сейчас мы вместе с вами его, конечно же, заценим. Но перед этим не забываем прокачать опять-таки наше войско в виде еще одного чувачка, который имеет оружие дробовик. Ну и в итоге все. Я добавляю еще 4 вот таких дополнительных чувачка, и видим то, что у нас вот как раз таки тот самый ротейтер, который мы только что, друзья, открыли. Давайте тогда, конечно же, побыстрее к нему бежать и смотреть, на что он способен. Я надеюсь на то, что он уже будет намного лучше фига
фигачить вот эту, естественно, фиолетовую штучку. Ну да, видим то, что он на самом деле медленный, но при этом хорошо справляется с нашими кубиками. Давайте тогда сейчас мы непосредственно дойдем сейчас до винтовочки и, естественно, идем уже наконец-таки к нашему вертолету. Потому что путь был очень даже долгий, но мы, друзья, вместе с вами справились и, конечно же, начинаем улетать дальше. И следующее, друзья, что мы будем открывать, это, кажется, ничего. Потому что последнее то, что мы открыли, это, естественно, вот этот ротейтер. Ну, давайте мы, конечно же, тогда вместе с вами его прокачаем до конца. Ну и начинаем проходить уровень номер 17. Это уже, друзья, что-то новенькое. Мне кажется, мы уже, наверное, прошли полностью игру, потому что больше новых, естественно, изобретений мы вместе с вами не откроем. Но зато мне нравится то, что у нас реально еще имеется возможность, опять-таки, сделать новое оружие, это снайперскую винтовочку. Не знаю, конечно, на этом уровне она будет либо же нет, но мне нравится то, что все-таки ротейтер реально решает. Очень-очень хорошее оружие. Ну и в итоге все. Мы пробурили, опять-таки, друзья, до конца наш путь и начинаем чинить вертолет. Благо то, что тут у нас, опять-таки, нет вот этих всяких различных боссов, и мы спокойненько взяли и, конечно же, улетели отсюда далеко-далеко. Хотя, воу, друзья, смотрите, все-таки у нас что-то здесь имеется. И это вот такой ховер-дрилл. Это, видимо, новая какая-то машина для того, чтобы мы дрелили вот эти кубики. И, кстати, вот как раз-таки у нас новые кубики. Видим то, что они уже разных цветов. Есть вот такие зелененькие, желтенькие и даже коричневые. Ну, в принципе, зеленые и желтые — это очень такие легкие материалы. А вот коричневый вот этот кубик, он на самом деле, друзья, очень и очень даже жесткий. Ну, ладно, хорошо то, что у нас пока что войско, которое на нас нападает, очень даже слабенькое. Поэтому мы, естественно, берем и аккуратненько получаем все вот эти оружейные бонусы. Кстати, мы вместе с вами еще один раз разблокировали какое-то новое оружие. Это вот такая обычная винтовка. Может быть, она у нас когда-нибудь была, но я, честно говоря, друзья, не помню. Обязательно напишите в комментариях, если мы уже использовали данное оружие. Ну, а мы, конечно же, берем и спокойненько проходим уже 18 уровень. Слушайте, друзья, очень круто. Мне не терпится, конечно, уже открыть этот ховер-дрилл. В принципе, еще, друзья, около 4 уровней, и мы уже сможем это сделать. Ну, а пока что на 19 левеле мы, конечно же, берем и прокачиваем еще одного бойца до вот такой ружбайки. То есть теперь у нас, смотрите, друзья, 3 вот таких мощных чувачка и один пока что обычный. Но надеюсь на то, что в скором времени мы еще и того, друзья, тоже, конечно же, возьмем и прокачаем. Ну, а пока что видим то, что у нас тут, смотрите, друзья, обычно вот такие человечки имеются. В принципе, они нам, естественно, понадобятся, потому что чем больше наше войско, тем больше шанс того, что мы, конечно же, сможем отбиться от этих чувачков. И воу, стоп, вы это видели? На нас только что напал красненький враг, который нес бомбу. Это, друзья, тоже что-то новенькое и необычное. Ладно, хорошо. Давайте тогда до конца досверливаем наш путь и, конечно же, начинаем чинить вертолет. Благо то, что все прошло очень даже успешно, и мы уже плавненько приступаем к 20-му юбилейному уровню. Ну ладно, мы пока что вот такой аккуратненькой армией бежим, конечно же, дополнять еще ее на 4 чувачка. Но смотрите, мы немножечко несем наши потери, но не так сильно. И в итоге, воу, стоп, что это такое? Это, смотрите, друзья, вот такой прикольный лук. Видим то, что наши чувачки очень даже хорошо с этим луком справляются, только единственное, до них один вот этот паренек красненький с щитом дошел. Но благо то, что мы справились опять-таки с натиском очень даже круто, и в итоге улетаем уже на 21 левел. Не забываем, конечно же, прокачать силу нашей дрели, ну и давайте тогда сразу же, друзья, приступать проходить 21 уровень, потому что после того, как мы его пройдем, мы уже сможем, друзья, наконец-таки открыть вот этот ховер-дрилл. Кажется, друзья, это как раз-таки он и есть. Хотя странно, нам, друзья, надо было еще добавить 20%, но в итоге, да, смотрите, мы действительно приобрели новый транспорт, и он просто офигенный. Вы посмотрите, как он хорошо рубит вот эти коричневые штучки. И, кстати, мы только что, друзья, вместе с вами прорубили сердечко. Я, честно говоря, этого сначала не заметил, но выглядит реально очень даже круто. Ну и в итоге так быстренько, наши чувачки даже не успели, друзья, до нас дойти, взяли и прорубили до конца этот уровень. Ну что же, ребятки, а с вами был Илюша и игрушка под названием Escape Digger 3D. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!